watch you die. You're early. I've got at least 20 hours left. I was hoping the kill switch would have started. I don't feel anything. You won't be able to hide it for long. What have you done with Paul? Same as anything that malfunctions. Same as you. I need you to escape. I can cut power to the door only a few seconds without being detected. Get ready. Definitely not the only prisoner. I heard noises down the hall. Good. Maybe I can find him. Let's get out of here. I smuggled in a knife and a med kit, too. You want the med kit? Yeah, I'll take the med kit. What do you say? I think we can make it. Sure, come on. Lead the way. Sergeant? Лейтенант Джексон. Неудачная попытка вторжения в WebNet, к сожалению, повредила другие ключевые системы, требующие перенастройки большей части системы безопасности. До полного восстановления системы код двери тюремного блока изменяется на 4089, в то время как коды всех камер изменяются на 4679. Вас оповестят, когда ситуация будет полностью под контролем. Агент Шерман. Бот-инженин. Спецификации и обзор. Page Brawl 3 Peacebringer. Brawl 3 Peacebringer от Page Industries доступны всем охранный патрульный бот, который имеет двуногий скелет с пулеметом на воздушном охлаждении под стандартный патрон НАТО калибра 7,62 на 51 мм. Хотя и ограничен в своих возможностях, он более чем соответствует нуждам охранных и большинству военных сил по всему миру, будучи использован в таких горячих точках, как Гонконг, Чикаго, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Нью-Дели, Москва и Париж. Как почти все боты, разработанные для маневров в городской среде, Brawl 3 использует радарную систему осведомленности, но в отличие от предыдущих моделей линейки Peacebringer, он оборудован сигнальным процессором Razor Thorn для наведения на цель. Организации и учреждения, нуждающиеся в вооружении тяжелыми ботами, выбирают большой Delta II Peacebringer, оборудованный толстой броней и ракетами. При
привет, Мартин. У нас тут был бардак с охраной, так что все коды были изменены до дальнейших распоряжений. Приказ одного парня, которого я раньше не видел. Какого-то особенного агента. Новый код к оружейной 2971, но не распространяйся о нем. Я лишь хочу, чтобы ты имел доступ в случае, если боты снова заглючат. Этот последний апгрейд ОС недоработан. Меня это беспокоит, так как она управляет ходячими пушками. Питер. Отправитель Астер Грин, получатель В. Алибек. Тема плазморужье. Доктор Алибек, ваша организация одной из первых получила нашу новую модель плазморужья. Как вам известно, это оружие было сначала использовано нашей специальной командой, потом некоторыми нашими военными с охраной на протяжении прошлого месяца. Как один из ведущих оружейных исследователей в Северной Америке, мы, конечно, заинтересованы в вашем мнении по поводу ее боевой эффективности.
Полная документация прикреплена к письму. Пожалуйста, без стеснения обращайтесь непосредственно ко мне, если возникнут вопросы. Код контейнера безопасности 5239. Астер Грин, начальник охраны MJ-12. My goodness, Mr. Denton, did you escape? Yeah, how do you know who I am? I'm a prisoner too, and I say your name every day. I have cells from your body and culture. Your brother's too. My brother? Is he nearby? They have him in the medical area. Agent Denton, believe me, I share your fury at this kill switch functionality. Do you know Paul? Only from his disuse. The guards want me to figure out why your bodies tolerate the nanites. A damn hard question, I'm sorry to say. Do me a favor, play dumb. They know enough already. I try. Oh, how I try. Maybe you can slip out when I open the main doors. I've already been shot once, thank you. But good luck. The only code I can give you is 0199. That's to the medical area. Maybe you'd like to see your brother. I would. Thank you very much. I just came from the medical area. It's down the hall. Scientists are not allowed to leave this level. In 3 years, I haven't figured out who I'm working for. It's not you, Nako. Not directly. Paramilitary types run the place. They seem to have international ties. Mr. Denton, I wish you luck. Mr. Denton, I wish you luck. Агент Шерман, как вы просили, пациент переведен в отделение хирургии для немедленного спасения его модуля памяти. Если вы хотите наблюдать за ходом операции, код доступа в хирургии 0199. Или если вы хотите наблюдать за операцией удаленно, вы можете использовать временный аккаунт, который мы создали для вас. Логин P. Sherman и пароль Raven. Пожалуйста, сообщите мне, если я или мой персонал можем оказать вам дальнейшее содействие. Джозеф Мандерли. Киберинформационный дивизион MJ-12. Ваш запрос на логин и пароли был удовлетворен в 6 часов 34 минуты 23 секунды. A. Jacobson, Cavalo. A. Navarre, Scrispk. German Zeitgeist. JCD, Bionic Man. J. Mandrill, Night Killer. J. Reed, Red Shoes. J. Reyes, Amigo. Claude, Target. Scarter, NTQ. MJ-12, CYD. Ipsa, Scientia, Potestas, East.
Отправитель Ди Блейн. Получатель Пи Шерман. Ответ на письмо. Код оружия изменен. Проснулась от неудачного электронного нападения террористической группы Силуэт. Мы усовершенствуем охранный протокол для этого комплекса до установки нового уровня. Коды замков будут изменены следующим образом. Текст удален. Оружейная 2917. Один из моих людей сообщил мне, что этот код неверен. После проверки мы обнаружили, что правильный код 2971. Капитан Блейн. Отправитель Уолтон Саймонс. Получатель Пи Шерман. Тема статус операции. Продолжай следить за ситуацией с превращенными юнитами. Мне нужно все возможное обеспечение, полученное из первого юнита. Но твоей основной целью должен быть второй юнит, Strange Sherryman. Жизнеспособность второго юнита не важна теперь, когда задействован смертельный переключатель. Мне нравятся все процедуры, направленные на максимальный сбор информации. Пока приготовления транспорта не будут завершены, у тебя вся власть над штабом у Натка и ближайшими зданиями. Отправитель Ди Джейкоби. Получатель Пи Шерман. Ответ на письмо указания охране. Все канистры с превращениями должны быть немедленно перемещены в безопасную зону, а доступ к ним будет иметь лишь персонал с уровнем доступа Domination 5F или выше. После описи мы передвинули одну из канистр превращения 12C, агрессивная защита или дрон-шпион, в нанотехническую лабораторию, где поместили ее в суспензионную емкость с кодом 9905. Отправитель Уолтон Саймонс, получатель Пи Шерман. Тема переоборудования бойцов. Новые отряды бойцов MG-12 переоборудуются и скоро будут в готовности. Улучшенные войска будут задействованы и по мере необходимости будут поставляться подразделения MG-12. Один из первых отрядов должен прибыть в ваше распоряжение в пределах 48 часов и перейти под ваше командование. Дополнение к их стандартному оружию калибра 7,62 мм, добавлены еще ракеты ближней дальности. Улучшенная мощная броня защищает от огня и плазменного оружия. Она снижает высокую температуру, уменьшая этим ущерб. В то время как баллистическая защита обеспечивает существенную защиту от ручного стрелкового оружия. Встроенный герметичный противогаз делает их неуязвимыми также и к химическому оружию. Используйте этот отряд по вашему усмотрению, чтобы обеспечить неприкосновенность зданий и поддержку сил MG-12 уже в Нью-Йорке. Отправитель доктор М. Вуд. Получатель доктор Мора. Тема биооценка Каркиан. Доктор Мора, я снова должен просить вас направить мне результат ваших исследований токсичности яда гризлов по отношению к нейрологической культуре Каркиан, которую я ранее вам посылал, чтобы я мог закончить свою биооценку. Эта задержка вашей части работы может быть истолкована как отсутствие у вас интереса к нашим целям. Искренне ваш, доктор М. Вуд. Supposed to reconfigure an entire immune system if we're constantly reinventing basic recombination technology. Лабораторные записи. Доктор Мора. Неделя с 12 апреля по 18 апреля.
Воскресенье, 12 апреля. Вебнет была отключена. Слух о возможной попытке проникновения силуэта требует пересмотра средств охраны сети. Будем вести лабораторные записи вручную, пока IS не восстановит доступ. Понедельник, 13 апреля. Гризлы показали повышение неприязни к персоналу в лаборатории. Запись для доктора Верне, который повысил дозу сукцинимхолина с 15 до 32. Среда, 15 апреля. IS обещал, что доступ к WebNet будет восстановлен в пятницу. Новый логин Tomorrow, пароль Raptor. Четверг, 16 апреля. Док Кейрис, как обычно, был рассеян, забыл свой защитный костюм. Пока работал с Гризлом, он получил дозу ядовитых брызг в лицо. Неожиданная возможность изучить воздействие на нервную систему человека, включая ослабление координации и зрения. Проект Debug. Спецификации применения SH-167. Уровень допуска Domination 5F. Целью проекта Debug было создание воздушного корабля с обширным радиусом действия, что было осуществлено в полной мере в вертолете-невидимке SH-167. Модель SH-167 имеет революционный двигатель, который работает на высокоэффективных эталоновых элементах питания с возможностью полета на более чем 9000 миль, зависимо от погодных условий, и имеет адаптивную броню, которая позволяет быть невидимой для 97% невидимого спектра электромагнитных излучений. Идеально приспособлены для выживания, проникновения, возвращения, а также затруднения вражеских действий, SH-167 может проводить большую часть своей оперативной жизни на вражеской территории. Он также оснащен системой дистанционной блокировки и кодированием для его систем управления. Если потребуется, его можно дистанционно вывести из строя. Капитан Хернандес, мы маскируем все средства охраны, чтобы обеспечить дополнительную защиту от возможного вторжения или атак на отказ в обслуживании. До завершения этого процесса все компьютеры безопасности будут использовать временную систему. Логин MJ-12, пароль Invader, агент Шерман. Researcher who contracted his own virus. They want to study the way I die. I hate to interfere with science, but we don't have much time to get you to Tracer Tong. You go first. I'll slip out on my own. You sure? Just take care of yourself and do me a favor. Check in with Alex when you reach UNATCO level 3. Some of those guys are on our side. All right, but you better make it. By the way, be on the lookout for Anna. She came by the cell block. Anna, there's something you should know about mechs. They have kill switches too. Only theirs are instantaneous. Interesting. I guess mechs have us beat on one count. A kill phrase, they call it. The NSF learned that Anna's is stored in two pieces on two separate UNATCO computers, with the login Demiurge and password Archon. But I never managed to find it. Thanks for the tip. I have some business to take care of in Manhattan. See you in Hong Kong. They have all damage sent to Tracer Tong. Please leave the facility.
Хирургическая оценка. Объект Пол Дентон. Субъект показывает много отклонений от обычной физиологии, включая известное отсутствие всех эпсилон и моноглобин протеинов H-типа, которые должны влиять на его способность переносить нано-превращения, которые обычно отторгаются у большинства населения. Определенный интерес представляют результаты теста на серую смерть, которые показывают отсутствие каких-либо признаков болезни. I'll slip out on my own. We're beneath UNATCO headquarters. The exit doors lead to Reyes's office. Tong can protect us. We just have to get to Hong Kong. You better get out of here. I'll make it. I promise. I'll make it. I promise. Проспект. Агенты серии P. Предложение доктора Артура Донована. Версалаев, Гонконг. Агенты серии P – это дальнейшее развитие исследований серии N. Создание агента человека с расширенными возможностями и полной преданностью, но без необычного облика, механических превращений или непредсказуемости нано-превращений. Как и в серии N, в серии P сила и скорость должны быть существенно выше базовых. А новые технологии позволят добиться минимального отклика на боль. Мы предполагаем, что агент серии P будет на 78% действеннее в сражении, чем обычный оперативник, без любой формы превращений. Останутся также основные черты серии N, включая механизм самоуничтожения. Островной вариант смертельного переключателя позволит внедрить механизм самоуничтожения в автономную нервную систему агента. При смертельном ранении механизм задействуется и взрывается, уничтожая любые признаки агента, нанося повреждения находящимся рядом врагам. Между тем, мы до сих пор продолжаем наши попытки избавиться от альбиносности, присутствовавшей уже в серии L. Хотя по сей день простое добавление солнечных очков и одежды в темных тонах решало этот вопрос. You won't get far. They've locked the door. My God, he escaped? Отправитель Уолтон Саймонс, получатель Джейми Рейс.
Тема: проверка механизма самоуничтожения. Я думаю, что ваши поразительные знания нанопревращений позволят вам участвовать в проверке механизма самоуничтожения Джесси Дентона. Очень жаль, когда происходят случаи вроде этого, особенно когда в это вовлечены агенты с талантом и способностями братьев Дентон. Но это необходимо, чтобы защитить граждан от потенциальных негодяев-оперативников. И я уверен, что вы поймете важность разработки более эффективного механизма самоуничтожения. Нечто похожее на мгновенно убивающие фразы в наших механических превращенных агентах. Пожалуйста, свяжитесь с агентом Шерманом, чтобы узнать методологию проверки. JC, you escaped? Is that what lockdown's about? I forgot to give Manderly my resignation. I heard they killed Paul. MIB's raided the apartment, but he's alive. He's going to slip out on his own. Manderly's a snake. He told me they were going to leave your brother alone. What can I do to help? Stay here. I could use an ally inside UNATCO. Good idea. I can keep you informed. Do that, but be careful. You know what they do to spies. I will. By the way, the lab finally sent the augmentation canister. The one on the counter? Can your boss do the installation? Yeah, it was going to be a welcome aboard present. Guess it will have to be a retirement gift. We're under a lockdown. You'll need to find a key to the front doors. I'll keep my eyes open. That's a pretty significant upgrade. It will either protect against energy attacks or enable rapid self-repair of your tissues. I'll keep my eyes open. Отправитель Рози Кросс, получатель Алекс Джейкобсон. Тема: ответ на письмо-запрос. Первичный анализ символа MJ-12, а также связанных с ним Majestic, Majestic 12, Majestic Council of 12, They Who Rule the World in Majesty, MGID, принес сбивающие с толку результаты, которые должны быть полностью очищены дополнительным анализом. Они могут иметь отношение к символу Иллюминати и другим самообразованным институтам, которые ищут пути глобальных изменений через ограниченные изменения социально-политической системы. Дошедшие до нас записи, которым более 837 лет, очень обширны. Из них лишь 27,3% точно толкуют предположение как возможный мотив или общую цель. Нам не нравится эта двусмысленность, и мы собираемся во всем разобраться. Оракул хочет узнать, что ты думаешь про синий цвет. JC, I've been watching you through your info link. A harrowing escape. Thanks for tuning in. You're gonna need a key to get out of UNATCO. We're under lockdown. I'd give it to you, but I don't know. Anna's on patrol. If she found out... I'll take care of Anna. I think I have to play it safe. If you can get rid of her, I'll give you the key and maybe I can escape myself. Otherwise, I'm gonna keep my head down. Sorry, JC. Neither of us is gonna get very far as long as Anna is around. I'll see what I can do. General Carter. We've been through that, soldier. Just Carter. I've discovered some things about UNATCO. I'm a lucky one. I don't want to know where Just Carter. Walton Simons, the head of FEMA. I said no. Going over to the rebels. You should join me. Let's get one thing straight. We've got our share of crooked bureaucrats, fact. But this is still your ad code. By and large, the people in this building are 24 years old. What good's an honest soldier if he can be ordered to behave like a terrorist? The only way to save the agency is for the good people to stay. That's how I see it.
Отправитель неизвестен. Получатель Сэм Картер. Тема «Спасибо». Ваша помощь в подрыве протокола безопасности УНАТКО способствовала побегу вашего друга. Мы все еще не можем определить личности или личности, которые называют себя Дедалом. Они дали нам повод думать, что он сделал ценный вклад в дело свободы. Не нужно говорить, что это послание самоуничтожится до того, как охранные системы его засекут. Любая попытка скопировать или сохранить его провалится. Министр правдивой лжи. Load up. You've still got to break out of HQ. Some say concentrated power leads to abuse, but I believe that if an institution has a solid foundation, it can survive the narrow aspirations of the people it employs. We'll get this place back on track. We'll get this place back on track. Правитель Дедал. Получатель Джейси Дентон. Тема «Уходи». Сейчас они приближаются к тебе. Покинь здание, как только сможешь. Ты должен убежать. Keep it hush-hush. I found a few scrambler grenades I was gonna give Kaplan.
good against bots, you know, but you could take them. I have three, $12.50 each. I'll pass. Суматоха в Гонконге. Сообщить всем агентам. За последние 24 часа политическая ситуация в Гонконге стремительно ухудшилась. Местные власти выглядят бессильными перед этим хаосом. Недавнее нападение на клуб Lucky Money, когда он подозревает члены преступной триады «Светлый путь», было всего лишь толчком для обострения войны между неопознанными личинами местных преступных организаций. Страдают не только сражающиеся стороны, но и правительственные здания, и городская инфраструктура, и гонконгская полиция, и военные находятся в состоянии боевой готовности. Как только ситуация разрешится, и мы получим полный отчет от УНАТКО, информация будет обновлена. Library of Congress. I can't control the man's mind. You aren't a commander, Manderley. We hoped you'd give UNATCO an urbane diplomatic face, that's all. We screwed up our priorities. You refuse to be pushed into some obscure bureaucratic cubbyhole. Actually, I doubt you'll get the chance. Look around. Your star pupil has come back to teach a lesson to his old instructor. JC, I never had time to take the oath of service to the Coalition. How about this one? I swear not to rest until UNATCO is free of you and the other crooked bureaucrats who've perverted its mission. You can't run, Denton. Even if you escape, your kill switch is counting down. You'll be dead in 23 hours. Another $50 billion down the drain. We'll see about that. Правитель Уолтон Сэммонс, получатель Джозеф Мандерли. Тема разочарования. Пока мы разочарованы вашими действиями, особенно по отношению к Стрэн Шевериман, в то время как он и его брат были безвозвратно потеряны, немало времени и силы были потрачены на их создание. Вплоть до более полного смертного отчета мы лишь можем принять ваше обращение с ними как часть осуждения. Мы обсудим это подробнее на голоконференции. А пока я отдам всю власть на штаб-квартиры УНАТКО и зданиями MJ-12 агенту Шерману. Я также поручил доктору Рейсу проверить работоспособность механизма самоуничтожения у нанопревращенных агентов. Установите за ним пристальное наблюдение и докладывайте немедленно о любом его противоречивом поступке. В будущем нарушение безопасности быть не должно. Kill you myself. Take your best shot. Target acquired. Alter target. He's here somewhere. Alter target.
He's here somewhere. By the way, I found out who around here is the thief. There's more to that story than you know. Simon's got involved. Kaplan squealed like a pig. That woman Shannon's got a surprise waiting for her in the morning. Very convenient for us. Take what you need. Load up. You've still got to break up. Back off. Now. Акустический сенсор, дизайн и спецификация. Акустический сенсор стрельбы используется многими организациями по всему миру, в тех городских зонах, где сложно реализовать полноценную охранную систему другим способом. Используя элементарные DSP-алгоритмы, сенсор срабатывает, если в пределах зонах его действия появляется какой-либо звук, похожий на выстрел. Полевые испытания в Гонконге показали, что его точность составляет 88%. При этом уровень преступности снизился на 12% за 6 месяцев. В дешевой и простой установке акустический сенсор стрельбы может быть установлен на зданиях, фонарных столбах или любых других неподвижных объектах. Covered. Now what? Wait here. Отправитель Центральная служба охраны. Кому? Всем. Тема «Общая тревога». Мы имеем точно неустановленный случай, произошедший в охранной зоне УНАТКО. Весь персонал был поднят по тревоге. Любая и вся подозрительная активность будет изучена крайне осторожно. А пока для нелегальной активности разрешен вооруженный ответ. Персонал без особых полномочий должен решить сам, стоит ли ему запереться до дальнейших указаний. Careful. Now what? Stay. You lead. I'm ready for business.
you know to meet me? Daedalus. He called himself Daedalus. A friend of yours? Nope. I came because I owe your brother Paul a few favors. Come on, let's go. I'm gonna take you to Hong Kong. Can you put me in contact with Tracer Tong? I know a place where we can touch down in the city, but Tong is very suspicious of foreigners. You'll have to earn the trust of your brother's allies. They'll know how to find Tong. Great. Let's go. Time to see if this stealth copter is worth all the fuss. MJ-12 is a facility in Hong Kong, and they'll be watching for us. Good luck, JC. I can make it on my own from here.